Здравствуйте. В эфире «Вести дежурная часть Карачаево-Черкесия». Весь месяц мы следили за главными правовыми новостями республики. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Все тайное становится явным. Летом текущего года сотрудниками муниципального отдела внутренних дел Хабески за административное правонарушение был задержан 38-летний житель села Дружба. Так как данный правонарушитель-рецидивист был неоднократно судим, полицейские изъяли у него образец ДНК и направили в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД для внесения в единую базу геномной информации. Ну а результаты, казалось бы, плановой процедуры вывели сыщиков на след уголовного преступления, совершенного 11 лет назад. Проводимые за все эти годы мероприятия, направленные на установление личности преступника, совершившего разбойное нападение в ноябре 2012 года на автозаправочную станцию в ауле Псыш, не давали существенных результатов. Поле зрения правоохранителей подозреваемый все это время умело избегал. Для того, чтобы не осталось никаких сомнений, полицейские эксперты провели повторный анализ, который подтвердил, что на месте преступления в то далекое раннее утро порезался именно недавно задержанный 38-летний житель республики. Сейчас подозреваемый взят под стражу в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также предстоит узнать, где находится оружие, с использованием которого предположительно совершено преступление. Нападение на автозаправочную станцию в ауле Псыш было совершено рано утром 8 ноября 2012 года. Злоумышленник разбил стекло в двери, пробрался в помещение АЗС и под угрозой пистолета или схожего с ним предмета потребовал у оператора денежные средства из кассы. На тот момент работник заправочной станции успел нажать на тревожную кнопку. Преступник, услышав звуки сирен приближающейся патрульной автомашины, скрылся с места происшествия. При осмотре места происшествия изъяли кровь, которую преступник оставил, когда разбивал стекло. Злоумышленник был в маске, что также осложнило работу оперативников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162. Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть разбой совершен с проникновением в помещение. Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Адыгахабльская межрайонная прокуратура признала законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летних местных жителей. По предварительным данным, в сентябре текущего года подозреваемые договорились о совместном приобретении наркотических средств с целью сбыта. Преступный умысел фигурантов дела не был доведен до конца благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. Ход расследования уголовного дела, как говорилось в начале, находится на контроле прокуратуры. Ну а в канун профессионального праздника Дня сотрудника органов внутренних дел в республиканском МВД состоялась торжественная церемония награждения наиболее отличившихся в деле обеспечения правопорядка. В своей приветственной речи в РИО министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Владимир Нефедов выразил благодарность всему личному составу за выполнение поставленных задач по обеспечению законности, охране общественного порядка и противодействия преступности. На праздничном собрании зачитали приказы о присвоении специальных званий и поощрений. Глава республиканского МВД отметил государственными и ведомственными наградами. Также Владимир Ильич пожелал мира и благополучия всем виновникам торжества и членам их семей. Прогулки на квадроциклах всегда полны приключений, а езда по бездорожью и живописным маршрутам, кроме ярких эмоций, может привести к весьма неприятным последствиям. С начала текущего года на территории Карачаево-Черкесии зафиксировано свыше 40 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей квадроциклов или мотоциклов. Есть один погибший. Сотрудники госавтоинспекции республиканского МВД приступили к рейдовым мероприятиям, которые проходят на территории всего региона. Ну а в зоне особого внимания маршруты Зеленчукского и Карачаевского районов, на курортных территориях которые и оказываются не ведь совсем соответствующие требованиям безопасности услуги. Артур Мц продолжит. Дорога от Архиза до Романтика – одно из наиболее притягательных мест для любителей прогулок на квадроциклах или мотоциклах. Приезжающие в Карачаево-Черкесию люди желают получить весь заявленный спектр услуг.
при этом далеко не всегда задумываясь о том, имеют ли они право, к примеру, управлять подобным транспортным средством. Что уж говорить о тех, кто оказывает услуги. Экономя на регистрации квадроциклов или предоставлении средств защиты, владельцы в какой-то мере подставляют своих клиентов. С чем связан интерес правоохранительных органов к тем, кто передвигается на квадроциклах? Сегодняшние профилактические мероприятия госавтоинспекции направлены на пресечение административных правонарушений, связанных с управлением квадроциклами без категории допуска, категории Д, а также без мотошлемов, средствами индивидуальной защиты. Есть те, кто предоставляет услуги, а есть те, кто просто передвигается. Вот кто несет ответственность, если не соблюдаются правила? Ну, как участник дорожного движения, перед началом управления транспортным средством каждый должен убедиться в наличии всех своих документов. В связи с чем нарушителем будет являться лицо, управляющее мотоциклом, квадроциклом. Собственники квадроциклов при предоставлении услуг необходимо убедиться в наличии водительского удостоверения. Кроме того, он обязан предоставить как и водителю, так и пассажиру средства индивидуальной защиты. Эти туристы приехали из Волгограда. За кота в мешке, то есть за транспортное средство без номеров, они заплатили 8000 рублей. Гости республики только что сели на квадроцикл, но вместо 3-4 часов прогулок с ветерком по горной местности имели все шансы вернуться ни с чем в гостиницу. Без средства передвижения, зато со средством индивидуальной защиты. Да. Шлема необходимы. Да. Но проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, например, есть ли у вас права, да, наличие права, возможности управлять транспортным средством. Да, спрашивали. Да. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина. Ну да, как бы мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. Другим гостям Карачаево-Черкесии повезло больше. Предоставившая им транспорт организация предусмотрительно позаботилась обо всем. Поэтому отдых не был испорчен длительными разбирательствами со стражами порядка. Впрочем, необходимость проверок автоинспекторами тоже взялась не из воздуха. Статистика – вещь упрямая. Второго ни у кого походу нет. Это новый За 9 месяцев на территории Карачаево-Черкесской республики зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием квадроциклов и мотоциклов, один человек, в результате которого погиб. В связи с чем рейдовые мероприятия проводятся на всей территории республики, особенно в Зеленчукском районе и Карачаевском районе, где больше всего находится данных категории транспорта. В настоящее время при проверке документов у всех мы видим наличие водительских удостоверений, также мы видим средства индивидуальной защиты. Благодаря как раз таким рейдовым мероприятиям собственники квадроциклов стали активнее регистрировать свои средства передвижения, позаботились о приобретении предметов защиты, которые, не исключено, кому-то сохранят здоровье или спасут жизнь. К слову, помимо квадроциклов проверялись и внедорожники. Некоторые из проезжавших машин были переполнены пассажирами. Кроме того, в саму конструкцию транспортных средств внесены существенные изменения. Все это также послужило основанием для более длительного диалога с представителями полиции. И даже если кому-то подобное общение не в радость, профилактические беседы, как показывает практика, порой приносят положительный результат. Каждый из участников дорожного движения должен понимать, что на трассе он несет ответственность не только за себя, но и за окружающих, своих пассажиров, водителей других транспортных средств, а также за пешеходов. Лишь полное следование правилам дорожного движения может сделать поездку безопасной и комфортной. Артур Мухцали Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Прививка от экстремизма или как уберечь молодежь от влияния деструктивных сил. В Кочегу имени Умара Алиева сотрудники полиции провели встречу со студентами. Обращаясь к студентам, заместитель начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесии Ануар Шаев рассказал о последствиях, связанных с участием в массовых мероприятиях, митингах, шествиях, собраниях и пикетах, предварительно не согласованных с органами власти. Он отметил, что в условиях несогласованных мероприятий возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленные на нарушение общественного порядка. В этом случае личная безопасность может оказаться под угрозой. Шаев также предупредил об административной ответственности и разъяснил санкции статьи об административных правонарушениях за участие в подобных мероприятиях и вовлечении в них несовершеннолетних. Анвар Шаев рекомендовал присутствующим критически относиться к публикуемым в сети интернет-материалам, содержание которых зачастую бывает недостоверным, нарушающим закон, и воздержаться от распространения подобной информации. Знаете, народы Карачаево-Черкесии и Российская Федерация
Они издревле живут в едином культурном пространстве. Это не для того, чтобы высокопарно сказать там несколько слов о дружбе, там, единстве и так далее. На самом деле сила наша, сила, богатство наше. А именно ценим, дорожим, приобщаемся к культуре друг друга. Это является базисными ценностями нашей культуры народов Карачаево-Черкесии, Северного Кавказа и нашего университета. Двое жителей Краснодарского края осуждены за кражи, совершенные на территории нашей республики. Уровским районным судом вынесен приговор в отношении 50-летнего жителя Мостовского района соседнего региона и его 20-летнего сына, совершивших ряд преступлений на территории Уровского района. Установлено, что в период с ноября 2022 по февраль 2023 ранее неоднократный судимый, отбывавший уголовное наказание в местах лишения свободы, житель соседнего региона, со своим сыном приезжали в поселок Куржиново, где в ночное время похищали мототехнику, аккумуляторы, предметы быта, строительные инструменты, а также лошадей. Всего злоумышленники совершили 7 краж имущества на общую сумму около 400 тысяч рублей. Суд, согласившись с доводами государственного обвинения, отцу назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 7 месяцев, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии особого режима. Второму подсудимому, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде условного лишения свободы со сроком на 2 года 6 месяцев. Спорт, полиция, дети. В Карачаево-Черкесии прошла спартакиада, приуроченная ко дню сотрудника органов внутренних дел. Спортивно-массовое мероприятие от страж правопорядка нацелено на формирование положительного имиджа сотрудника полиции и пропаганду здорового образа жизни и законопослушного поведения в молодежной среде, а также социализации трудных подростков, состоящих на профилактическом учете. Молодежь, участвующую в акции, лично приветствовал заместитель министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Михаил Невалов. Полковник подчеркнул важность подобных мероприятий для правильного развития подрастающего поколения. Мероприятие стало настоящим праздником для воспитанников реабилитационного центра «Надежда», а также полицейские и члены общественного совета при МВД получили бурю положительных эмоций. В просторном спортивном зале социального учреждения собрались 4 амбициозные команды, воспитанников, возраст которых охватывает широкий диапазон от 9 до 17 лет. На этот раз все они объединили свои усилия, чтобы показать свою спортивную выносливость, непревзойденное мастерство и жажду победы. Спорт, полиция, дети. Мероприятие ежегодное организовывает МВД и общественный совет при МВД по КЧЕ. Что я хочу сказать? Мы получили просто потрясающий праздник. Дети старались, были конкурсы, спортивные конкурсы, творческий конкурс или художественный сказать. В общем, все показали прекрасный результат. Праздник удался. Хотели поблагодарить Центр Надежды за то, что они приняли нас здесь. Мне все понравилось, все было очень классно. Если еще вот такие будут соревнования, я с радостью буду участвовать. Там было все супер, мы дружно старались все делать. На этом наша информационная программа, посвященная правовым и криминальным новостям, завершена. С вами был Ахмат Халкевичев. Увидимся через месяц.